такой, ну будете ли вы еще петь вместе? Потому что вы сделали то, что не сделал никто. Слушай, Вань, как с ней петь? Послушай, как она говорит. Как с ней петь? С этой-то хрипатой, да? А, да, ребят, посмотрим рекламу сейчас, пока девочки подерутся и вернемся через неделю. Просто хочется очень работать в гармонии, понимаешь? Хочется работать в понимании, в гармонии, потому что какой-то, когда есть диссонанс, или... вот знаешь, я открыта. То есть я открыта вообще, я готова к любым каким-то экспериментам, и... У Лены есть какой-то страх, видно ее как бы определенное недоверие, и с этим очень сложно, переубеждать все время сложно. И у нее все время меняются люди, кто с ней работает. Уже третий менеджер, третий за последние там несколько лет, у меня он один. Мне сложно, как бы, понимаешь, каждый раз вот она с кем-то, она боится. Мне кажется, мы должны просто сесть с ней вдвоем и договориться о чем-то. Я не против, я не против, я открыта. Такая халюська. Причем на улице. Скочил? Самолет. Устала? Да, я пойду. Я чекла. Робот, мы тоже после поездок. Пытаюсь к ней, как бы, понимаешь, идти, а она там вот так ко мне спиной, она даже вот, меня не было на сцене. Понимаешь, это вот это вот все, вот это вот ее, понимаешь? Мне как бы не было тяжело, как бы, я была вся какой-то, я к ней пыталась, как бы, да, то есть я была спокойна, мне не надо было, меня и так все знают. Меня и так знают, какая я. Я сегодня вышла на сцену в трусах, понимаешь? Меня и так знают, что я могу вот так сделать. Меня знают, мне не надо никому что доказывать. Мне хотелось какого-то, знаешь, вот больше вот душевности какой-то на сцене, вот знаешь. Подойти на прошлый, как-то вот, знаешь, вот, ну вот, знаешь, потрогать ее, как-то вот не поцеловаться, но какой-то вот, а вот это вот, это что такое, это вообще, это к чему? Эта эмоция, она куда обращена? Посмотрите на меня, вот она я, вот я Катина, вот здесь, посмотрите все. Но она никогда не отрицала, что она была на втором плане, она всегда говорила, что Юлька лидер в группе, она могла в Ну я даже, а она как бы так всегда, она, я вела концерты, объявляла, она как-то вот, а теперь да, прошло, и она понимаешь, у нее, нет, но она по-своему переживала в гримерке, она боялась, у нее было волнение, что сейчас вот Волка выйдет, и что-нибудь, как ебать, и опять она меня делает, и она пыталась вот это все выжить. Привет, ребята, по причинам особого, привет, дорогие друзья, а можно я одену темные очки? Стало абсолютно возможно. Я хочу сказать вам, все понятно. Давай. Таким еще вот. Давай, 3-4. С Юлей я не хочу никаким образом ни пересекаться, ни общаться, ничего общего. Я знаю себе цену, и я знаю, кто я такая. И я не хочу просто иметь с этим дело. Речь не шла о том, что это новый сингл группы «Тату». Речь шла о том, что эта песня написана как саундтрек для новеллы про любовь. По словам Катиной, к совместным съемкам с Волковой сейчас ее обязывает подписанный ранее контракт. Клип — это обязательство, которое мне нужно выполнить по контракту. Ради чего? Ради денег? Нет, никаких денег не стоят мои эмоции, мои нервы и мое достоинство. К сожалению, у меня есть контрактные обязательства перед людьми, которые совершенно никакого отношения к нашим взаимоотношениям не имеют. Поэтому как бы моим условием стало, что мы с Юлей не будем нигде никаким образом пересекаться. И, собственно, они их выполняют, за что им большое спасибо. Поступило предложение, мы согласились, потом у нас с Юлей произошла неприятная история, поэтому сейчас я как бы заканчиваю свои обязательства по контракту, и мы снимаемся отдельно. То есть выходит это последняя совместная песня с Юлей? Да. Если бы я могла сделать так, чтобы ее не было, я бы сделала. А как это сделать, да? Ну вот уже никак. А вот карьера Лены Катиной брюнетку явно разочаровала. Вы знаете, я... Нормально отношусь к карьере любого человека, если есть желание, есть возможности, почему бы и нет. Но у меня есть один критерий, который я просто, в принципе, не понимаю. Значит, она позиционирует себя как Лена Катина. Она сделала сайт как Лена Катина. Но тогда какого хрена 30 июня было выступление первое сольное Лены Катина, она пела песни «Тату». Я сошла с ума и нас не догонят. Чего ты, Юль, так резко? Может, Лена все деньги потратила ей на дрогу? Вот перебивает старье. Не имеет права. Она имеет право это делать, но это такой бред.
Это полный бред, потому что если ты делаешь что-то сольно, значит, ты делаешь это сольно. А то, что делает она, это просто смешно, и это глупо. Я думаю, что это очень быстренько зачахнет. Короче, расслабься, подумай, старые песни пойдет.